Здравствуйте. Добрались нормально? Мама, познакомьте, пожалуйста, с дочерью. Здравствуйте. Валерий Григорьевич. Дарю вам на 20 минут, вам самое ценное. Страшно? Страшно, на велосипеде такого. Катя, когда у тебя был день рождения? 29 января. 29 января. Сегодня практически 29 мая. Так что дождались мы тепла, дождались полета. Подожди, не волнуйся, только не волнуйся. Задышала. Подожди, задышала. Сколько лет? 19. Это... Ну что за слова такие, боже мой. Не говорят таких слов. Я вот хочу сделать комплимент, что мама практически не отличается. Это моя старшая сестра. А, это старшая сестра? Ясно. Готова? Готова. Сейчас предполетный маленький инструктаж. И вперед. 25 января готовится. Почитаем, сколько этих. Ну, мам, не надо. Не надо, мама. Отмента. Есть. Thank you.
приходишь ты домой. Только обратной дороги нет, и я к тебе приду. Помнишь, как тихо шептала мне: верю, люблю и жду. Как Екатерина на концерт, без тебя мне сказки в жизни нет. Он головою, если она видела Менделеева. Это нам вряд ли. Но. Вот так. Терпите, девушка. Подожди, мы сейчас это все делаем на камеру. Я всем всегда.
Это не засыпай эмоции. Еще раз про инструктора и про инструктора. Незабываемые эмоции. Могу бы дала всем совет. Катюш, какая ты хорошая. Ну ты просто настоящая. Вот ты с этим чувством страха, со своим. Вот это здорово. Да, было чувство страха. Молодец. Мы соберем кино. Покажем. Пусть отскакивает. Не до конца. Пусть это... Ну, завидовать точно. Да. Пусть позавидует, да? Жанночка, все? Камера, конечно. Так, во-во-во-во-во. А мама волновалась. Немножко было, да. Ну все, я боялась, что она на вторую минуту. Не-не, я бы посадил. Спасибо. Я бы посадил. Спасибо большое.